подошли к центру города. Все равно мы тут идем. Так, переходим улицу. Меховой центр. Вот такие места тут. Прекрасный город. Вдалеке он виден. Часовенка. Дальше он видно там. Мост любимый мной. Ну а тут все, что на солнце тут плохо видно. Мы пока по этой стороне пойдем. Заходим сейчас на улицу. И вот написано «Старый базар». Конечно, все перестроенное уже по-другому. И флаги, любимые мои флаги. Я их иначе не могу назвать как божественные. Кровь рождается, человек. Вздумай о небе, о синем и белый престол. Нет такого флага в мире и не может быть больше. России дан шанс следовать за Христом, смотря на этот флаг, считая священное писание. Вот тут Флорида появилась, потому как неизвестно. Вот, идет у меня ураганчик. Вот так, старый базар. Ой, какой был тут, сколько киосков было, море. Вдруг ничего нету, все по-хорошему перестроили. Ну, еще говорят, бедность. Бедность у бедного. А у кого-то есть вот это перестроить. Вот какая площадь, плитка заложена, считай. Вон где человек идет. Это вся ширина. Фонари старинные. Вот они в ряд висят. И на той стороне. Пушкинские времена, как можно сказать. Вот бакеры. Торты, десерты. Ну, смотри, что тут есть. Вот мы идем, чтобы маленько показать. Если я не ошибаюсь, то сегодня 12 мая. Первый день, наверное, рабочий. Тысячи мелочей. Хорошие магазины, все есть. Были бы денежки. Вот я иду рядом показать, что здесь, а там каким, какой высотой. Вон оно как написано, смотри. Огромное просто здание там. Ну, можно внутрь не зайдешь, наверное, с собакой. Где-то есть другие государства, где можно. У нас не знаю как. Вот. Встали мы, как всегда. 4:40 пораньше-то. Вот лестница. Можно зайти было, но... Кто его знает? Вот мед, бальзамы, травы, орех, чарышский, горный мед. Вот табак. Табак – это плохо. Это плохо очень даже. Арбат, кофе. Кофе тоже наркотик. И вот дальше, куда эти киосочки маленькие делались, ну, называли их комки рядом. Ключи. И там все, сколько смотришь, и все какие-то строения новые, которые я не знаю, я тут давно не был. Поэтому вот видите, что здесь. По самому высокому уровню. Вот какие здания тут. Ого. Я дойду до конца, потом поверну назад, чтобы показать. А вон Знаменский монастырь. Открыто все. Ну, тут так называемая лживая самоизоляция. Это кое-что не так было. Но сейчас уже все. А вот щир-щир. Что такое? Лепим для вас. Видимо, что-то такое. Па, пельмени, лимонад, кофе, мороженое. Кафе фото. Вьетнамская кухня. Вот это совершенно незнакомо. И не было такого. Прокат спортивный, туристический инвентарь. Торговый ряд. Удивительно. Я много уже лет тут не был. О, а тут вьетнамская кухня. Вьетнамская. А тут японская кухня. Это чего-то стоит? Платье, белье, купальники. Это пошли.
рядом иди. Не надо нюхать. Тут бывает отрава разбросанная, джинсы мужские. Я знаю людей, которые мне знакомые, с собачкой вышли погулять, и она отравилась, подобрала. Оптика, обувь, спортивная одежда. Практически что? Лалетин, торговый дом. Фамилия-то какая-то, может, старинная. Все это возобновляется. Показать. Это иду только по одной улице, а там тоже все магазины. Предприятия, большие заводы, закрыты, торговые центры. Алтайские агрегаты, там меланжевые. Такие мощные заводы были. Сейчас не знаю, резинотехнические изделия. Притом вообще союзные были. Я с директорами со всеми знаком, и они говорили, как прекратилось все это у них. Ну-ка. Зачем лаять? Не надо. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Охраняет свою территорию. Ну, не тронут нас. Все, лавка, шашлык. Слово такое, как-то не знаю почему, не нравится. Что-то такое. Вон там еще собака бежит. Лает, она не знает на что. Там еще две бегут. На помощь. Три. Пять собак. Ковры. Чебуречная. Пойдем. Вот это самая площадь, где разворачиваются трамваи. На них мы ездили часто. Ох, сколько их тут. Площадь здесь. Здесь банк. Здесь сберкасса, где пенсию получаю. Поворот. И все. Дальше не идут трамваи. А дальше уже тут Барнаулка. Течет речка. Напитки разные. Пойдем посмотрим вон туда. Какие большие здания. Да все полукруглые, круглые. Красота. Вот. А там какая ограда. Там какой-то театр был раньше, помню, я когда учился. Телесистема мобильная. Вот машины тут. Флаги. Это вот закрыто у них тут. Новые ограды, столбы, это все пошатнувшееся было. Бедность. Значит, есть деньги. Красоту наводят. Город чистый. Вот идем даже, ни одной соринки нигде нет. Малотобольска. Вот какой, раз, два, три. Везде многоэтажки. А там бывшая ВДНХ, а теперь там храм и туристическая зона как бы наверху. Выставка достижения народного хозяйства. Там видно, та же вот идет спиралью. И спиралью, как сказать, с переходными площадками. Эти люди движутся где. Все. И отсюда что вот видно, мы повернем назад. Обратно. Вот здание. Даже так его видно, что старинное. Старинное. Там были какие-то Демидовы рядом. Хорошо слушается. Дрессировано. Напоминаю, что наш ураган чемпион России. По защитной караульной службе в нашей миссионерской поездке проехал 120 тысяч километров. В Тихом океане купался. Доехали до Атлантического. Ну, моря Каспийское, Азовское, Черное. Видимо, и на Балтике были. Проехали мы много. От Владивостока до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика. Вот. Теперь мы смотрим внутрь, заходим уже. О, четыре собаки. Ковры. Одежда. Все, смотрите, какая ширина. И все это... сколько здесь.
Мы сейчас зайдем с этой стороны. Тут велосипеды. Надо посмотреть, что дальше тут. Повернем направо. Тут идут ряды. Вот какие. Никаких этих тряпочных палаток нету. И ряды. Ну, это позже начинает работать. Очевидно, там снимают, как аренда. Ну, как и всегда. Это же большие расходы были. Вот опять ряд. Вот мы заходим здесь. Вот там даже резка стекла. Эти какие услуги людям делают. Молодцы. И здесь резка стекла. Так, еще один проход. Богато живет Барнаул. А вот она как раз и Барнаулочка течет. Я не просчитал, сколько здесь проходов. Значит, какой длинный ряд. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 вот таких вот корпусов одноэтажных. И туалет сделан. Вот он рядом. Вот она, Барнаулочка течет. Вопь. Прямо вопь. Так, рядом. Ну, тут как-то продавал один. Ну, какие-то щенки, но не так уже большие они. А хозяин говорит, они злые, там не подходя. А Сергей Павлович, он мастер по собакам. То он подошел, он сразу тяпнул за ногу. Ух ты! Вот оно какое дело. Вот мы идем сейчас все вдоль этого. Как они, контейнеры или что там сваренные. Я не знаю, как это делалось. Ну, как бы. Стоит вот на каких-то подставах, чтобы не провалилось. Ну и тут Барнаулочка течет. А вот мы уже показывали. Вот мы сегодня прогулялись. Дивный Господь. Вот мы с ним ездили, с ураганщиком. В лесополосах везде ночевали, в лесу, тайга. Только всегда он привязанный где-то рядом. А в Уссурийском крае я его с собой брал, там тигры. Ну а тигр-то 330 килограмм, а этот 50, допустим. Да и 50-то нет у него. Вот он, переход, мост. Для людей. А может быть даже для машин, да для машин похоже. Видите как, уже начинается рабочий день, подготовка. Все выносят. Видите как все. Люди работают, трудятся. Благослови их, Господи. Вот с этой стороны пройти сейчас. Вон там между ними видно. Там не церковь, а так это. Так, кому зайти надо, если... А вот мост, можем даже зайти на него. Тут был какой-то перекинутый, видимо, деревянный. А вот тут рыбаки рыбачат. Видимо, и рыбка водится, еще бы он стоял-то. Вот, мы зашли на мост. Вот тут дома деревянные. Ну и есть хорошие, вон там крыши, видать. То есть они все хорошие, ну... Бросается в глаза. Можно было подойти рыбу посмотреть. Ну ладно. Не стоит мешать. О, какие здания. О, 16 и 26 этажные. Даже такие есть. Так, ураганщик, пойдем домой. Вот по мосту мы переходим. Машин не видно. Видимо, тут редко бывает. А вот винотека. Это что-то связано с вином. Но оттуда с водой идет человек, который, может, и не пьет даже. Мы дорогой также заряжались водой. Вот оно, тут добросали бутылок полно под мостом. Но это тоже обычное явление. Не ценят. Рядом. Вот оно как. Это самый большой зар, который смотрели. Вот самогошка назвали. Это самогошка, что-то похоже на самогонку. Может быть, аппараты какие продаются для самогона варенья. Ну, это я не знаю. Если это официально
то, наверное, может и не одобряется. Но не одобрялось бы они не стали делать. Вот мы подошли. Самогошка. Интересно. Вон выдача товара. Щукина. 9990. Большой пузырь стоит. Ну и другие тут. Я, мне не интересует это. А вот тут бывает, не здесь другой базар есть, голуби. Не со шариков. Еще сравнивают. Коты и слоны. Это совсем другое дело. Подожди-ка. Эльдорадо. Эльдорадо, это не наше слово. Добро пожаловать. Старый базар. Мы с той стороны были, а теперь с этой идем. Каталея. Это что, женская одежда. Любят иностранные слова? Непонятно почему. Разве было... А вот еще один мост. К Эльдорадо. Видимо, специально негде было ставить такой большой. А они его сделали. Построили. И... Так, я первый раз вижу ее. Чтобы отсюда был, да, проход. Если для богатых-то людей, видимо, это небольшой ущерб. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, тринадцать. Плитка выложена. Ну, видно, что не для машин. Так что здесь хватает. Вон тот мост, который мы прошли. А вот мост, на который главный мост. Много машин идет где. Он стоит на скольких столбах. Может не видать тут, но берег как сделан полого. Вот на ту сторону сделали под мостом проход. А там рыбачок стоит. Сейчас мы заглянем сюда. Как они тут устроились. А, вот тут и видать теперь. Река поворот делает. Рядом. Как оно? Там, видишь, где рыбачит. Так тоже написано. Старый базар. Тут мы прошли. А ну-ка под мостом. Пойдем-ка пройдем разок. Даже скамеечки сделали. О-о-о. Под мостом скамейки не видал. Первый раз вижу. А вот оно как столбы какие. Сколько столбов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, примерно 22 колонки на бетонном основании. Ну и там два ряда. И какие вверху тавры. Или двутавры, может быть. Вот это да. И фонари. Что-то без лампочек. Фонари старинные рядом. Вода-то широко развели, ее даже не видно, что течет рядом. Не видала, то есть какой наклонный бетонными плитами инженерии. Все знают. А тут, очевидно, подъем может быть. Ну и дальше идет так. Так, это я там не знаю, что монастырь. Похоже очень. Добрый день. Видите, как здесь. Это вот мы, там, может, не знаю, даже храм отдельно. Похоже, что тут наверх можно подниматься. А ну-ка, ураганщик, пойдем-ка. Пойдем.
Ясное дело, что можно подняться. Ай, умники, как они все сделали. Красиво, хорошо и ловко. Вот говорят, что власти нет. Нет, есть власть. Без власти тогда, когда, говорит, железные дороги травой зарастут. Ну, бывает, одна линия, две зарастут, остальные поезда бегут. Ну и машины бегут. Почему-то, видимо, думают, что машины-то могут бежать и без власти. А, часовенка здесь. И площадь Баварина, мэр города погиб. Ну, он был когда-то парторг моторного завода, как говорится. Ну, хороший человек, и для меня хороший был. Всегда спешил на помощь. Приезжал к нам несколько раз. Благодаря ему они уже тут последнюю точку поставили. 11 лет шел у меня суд после освобождения. Фонотека. Мои претензии были на 11 миллиардов. По государственным расценкам, что у меня изъяли. Фонотека. Тихо. Рядом. А, зоомагазин. Прекрасно. Ну, конечно, закрыто все. А вот мы теперь с этой стороны уже отсюда с дороги посмотрим. А вот большая вышка. Стоит у меня рядом. Молодец. Вот мы теперь идем по этой улице, и там дойдем до своей, и там можно свернуть. Рынок. Интересно, вот эта вышка какая стоит. Ну, разные там. И везде рынок написан. Со всех сторон еще видно. Да надо догадываться, что ночью даже освещается вполне. Рядом. Движение какое. Ну, это центральное. Раньше назывался Московский, а теперь Ленина. Проспект. Вилла. Вавилонского. Высоко. Подожди-ка, мы подойдем, но не будем переходить. Вот оно где. Да, удивительное дело. А вот тут впереди-то что еще мы видим? Золото. Ну, это ж я не знаю про что это такое. Как оно золото? В слитках или как? Ну, не знаю. А это со всех сторон написан магазин. Ну, вот, на мордниках сколько, то есть, как называют их, я забыл. На нос надевают-то там. Говорит, для чего сопли свои ловить? Сковородовна. Зоомагазин. Прекрасно. Гипермаркет. Золото, а что оно там золото? Как? Не понимаю даже. Ломбард. Тихо, рядом. Ювелирные. А вот отсюда мы дальше перешли вот здесь. И там он. Духовой центр. Ну и дальше. Континент вон дальше. Рядом. Вот раздвинуло. Разве это прилично? Почему-то не знаю. Банк, он кредит. Это домашний кредит. Рядом. Сколько автобусов идет.
Это автобусы, троллейбусы. Город богатый, все у них перестроено. Работает. И глава администрации, значит, задержался. Постой до дороги. Сейчас он меня чуть не свалил. Ведь мы здесь вот прошли, давеч. А я иду и прямо снимаю. Он сразу тянет туда, где прошли. Сидеть. Я посадил его, а там сидит. Так, пошли, рядом. Рядом. Хорошо, идем. Какая улица. Музей город. Музей Мстити. Что скажешь? Богатый город. Руководители, видно, что заботятся о красоте города. Это не отнимешь. Тут что-то с сеткой, чтобы не проходили. Почему, не знаю. Вот она, решеточка идет. Ну, что-то есть. А, вот оно что. Тех людей нету никого. Да. Так, городская дума, то есть это дом старый. По крайней мере, сотни лет почти. Да еще не почти. А что? Ваши российские сумки. Видишь, сколько. Вот мы идем с ураганщиком по городу. Я иду в своих сапогах. Рядом на боку у меня висит намордник. Любому видно. Он слушается рядом. Вперед не надо забегать. У тебя нога должна быть с моей ровно идти. Видишь как? Вот так идет. А так не надо, вперед. Понятно. Мои документы. А что это за организация? Мои документы. А? Мои документы родственники. Благодарю. Идем. Рядом. Выправляет, видимо, документы. Я прочитал и подумал представить документы. Вот здесь была маленькая типография, и тут мы кое-что получали от них. Ну, разные такие, не специальные, там, отходы, корчины. Потом раз, нету. Вот смотри, какое большое здание. Вот оно все. И они его тут, видимо, пескоструем отмыли. Он был такой черноватый. А теперь чистенький. Кто-то ударил. Видно, удар. Разбили стекло. А что ж тут не видно надписи-то? Я помню, что тут сделали они МЧС Алтайского края. А ну-ка посмотрим. А может быть так. Это улица уже Ползунова. Сейчас мы здесь сфотографируем. Так, странное дело. А тут же МЧС было. Не знаю, живу недалеко и не знал, что они ушли отсюда. Как же так? Значит, ушли. Дали что-то лучшее. МЧС. Чрезвычайная ситуация.
Вот женщина идет. Платье каком, красота какая. Платье. Христианка или цыганка обычно. Тут южные народы. Они больше поддерживаются традиций. А русские нет. Брюки залезли. Правда, с разрезом, но у нас это не положено. Машины хорошие. А вы не подскажете, тут в здании МЧС было, куда они делись? Не знаете. Это гараж милицейский. Пошли. Да. А ну-ка, что такое здесь? МВД России. Вот правильно. Телефон доверия. Добрый день. Добрый день. Здесь было МЧС. Не скажете, куда делось оно? МЧС? Вон на углу, угловое здание. МЧС было. Не знаю, куда МЧС. А зачем вы это? Хожу все время рядом. Ну, у нас... Что? Бывает, застряли там, погорела машина далеко, на Якутск шли. Вы зачем это снимаете? Это не МЧС. Ну ладно тогда, благодарю. Вы откуда такой? Всего хорошего. Вы откуда такой, говорю? Всего хорошего. Вот саквояж, акварин, вот товары. Здесь у нас была Авраменко, фамилия-то, Валентина Николаевна. Чудесная женщина. Брала даже детей из интерната там где-то. Ну, она не у ней были, а на обеспечение свое брала. Ну, ее покушение сколько раз было. И в автокатастрофе за рулем кто-то сидел и не видел, что поезд идет. Выбросила прямо на путь. Она погибла. Жалко. Рядом... Это я иду уже на свою улицу. Так что все. Вот сейчас покажу еще, какие здесь учреждения. Улица Ползунова, 26. Что здесь такое? Что-то такое было вроде связано с профсоюзами, не знаю. То ли детсадик сюда загорожен, то ли что. А, тут еще и Единая Россия. Единороссы называют их. Вон какое. Потребительских обществ. Большое здание. Единая Россия. Дай Бог, Единая Россия во Христе. А во Христа нет единства. Он дал нам единство. Все. Кинология. Техникум. Так как же так? Такой разве есть техникум? Собака. Ну и все на этом.